Здравствуйте, дорогие друзья! Прошедшие выходные были невероятными. Мы собрались у Золотого озера недалеко от Оттавы, чтобы провести караоке-дискотеку на природе. С шашлыками, угощениями, песнями, танцами, купанием в озере, баней, прогулками по лесу. Это был реально потрясающий отдых для души и тела. Почему же мы ездим на природу? Зачем нам все эти кемпинги, пикники, фестивали? Многие люди скажут, что гораздо проще, комфортнее провести выходные дома, на диване, перед телевизором или там с телефоном в руках. Но культурные люди так не делают. Культурные люди понимают, что человечество сотни тысяч лет жило совершенно другой жизнью. Мы не созданы природой для того, чтобы жить в этих душных коробках домов, ездить в железных коробках по дорогам, сидеть в бетонных коробках офисов и пялиться в пластиковые коробки мониторов, а все остальное время коробочки смартфонов. Мы должны жить, а не существовать. На протяжении сотен тысяч лет человечество вело совершенно другой образ жизни. Люди жили на природе, ходили по лесам, дышали чистым воздухом, сидели у костра возле тихого озера, ели еду, приготовленную на огне, и пели песни вместе со своим племенем, танцевали под яркими звездами. И если мы хотя бы раз в год, а лучше несколько раз, не выезжаем на природу, наша внутренняя энергия начинает угасать. Неудовлетворенность накапливается, выливается всякие стрессы, обиды, агрессию на работе или в семье. А некоторым людям для погружения вот в это исходное природное состояние нужен алкоголь, какие-то другие стимуляторы. Но культурные люди так не делают. Культурные люди выбирают другой путь. Мы поем под гитару, наслаждаемся ароматом жареного мяса, вдыхаем свежий воздух и просто живем полной жизнью на природе. Поэтому я хотел бы выразить благодарность нашему другу Юрию Штейману, который каждый год организует эту вот караоке-дискотеку у Золотого озера, неподалеку от Оттавы. Эта замечательная встреча позволяет нам зарядиться энергией, познакомиться с новыми людьми, а главное – дать своему вот этому внутреннему дикарю возможность отдохнуть, выплеснуть энергию, зарядиться новой энергией, чтобы он не вылезал наружу в виде стресса, а жил себе спокойно воспоминаниями о прошлых встречах и надеждой на новые, которые обязательно мы будем организовывать. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, если вы еще не подписались, ставьте лайки, колокольчики и делитесь своими мыслями в комментариях. А мы продолжим рассказывать вам о наших прошлых встречах, приглашать вас на какие-то новые встречи нашего уютного клуба хороших людей. До новых встреч с хорошими людьми на природе!